праздник, первый сделаю харчо. И... Мы продолжаем эксклюзивное вещание с студии телеканала Shopping Show для того, чтобы в каждом доме оказались вот эти потрясающие, невероятные по своему воздействию продукты корейской компании. Это эксклюзивная линейка, представленная только на телеканале Shopping Show и нигде больше. С вами в студии я, Надежда Исайкина. Встречайте нашего эксперта Алину Шарову. Алиночка, представьте, пожалуйста, нам в двух словах компанию и почему наши телезрители выбирают именно этот продукт. Спасибо большое, Надежда. А я, в свою очередь, рада приветствовать наших дорогих телезрительниц и представить самую инновационную косметическую продукцию нашего бренда. Как вы знаете, Корея славится самыми передовыми научными разработками и экологически чистыми районами, где производится самая натуральная косметика. И здесь сегодня на телеканале Shop & Show мы готовы предложить самые интересные бренды по самым выгодным ценам с сохранением старинных рецептов красоты Востока. Успейте приобрести. Ну что ж, Алина, тут вы правы. Действительно, вспомните корейские женщины, южноазиатские женщины, как они выглядят. Кожа лучится, все напитано, все подтянуто. И по восточной женщине невозможно определить, сколько же ей на самом деле лет. Так вот, сейчас мы с вами будем учиться, как выглядеть так же молодо, так же эффектно и так же хорошо. Мы приглашаем вас к нам в студию на презентацию корейского бренда. И начать хочется, конечно же, вот с такой вот элитной баночки, эксклюзивно представленной. Вообще напоминает очень дорогую косметику в дорогих бутиках. Это антивозрастной крем. 1399 рублей, и вы получаете вот такой вот глоток счастья. Давайте поговорим более точно об этом продукте. Итак, Ипкин, название, цена 1399 рублей, и давайте посмотрим о том, что же сейчас будет происходить в нашей студии. Узнаем с вами, как правильно делать уходовые манипуляции. Итак, начать хочется все-таки. Это у нас гиалуроновая кислота. Давайте переключимся. У нас первым номером идет крем. Итак, в нашей студии разрешите представить Анна, специалист-косметолог, который сегодня преобразит наших моделей. Анна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители. Очень приятно вас всех видеть вновь. Давайте, Анна, поговорим сначала. Я знаю, что вы в курсе разработок данной компании, и вы можете нам поведать, почему именно этот крем должны выбрать наши телезрительницы. Конечно, бы хотелось бы сказать о волшебных свойствах крема. Во-первых, в состав входит интересный ингредиент, который широко используется в Южной Корее. Это гриб сангван. Гриб сангван. Так, уже интересно, нигде, кроме Южной Кореи, не произрастает, а значит, это эксклюзив. И чем же он так хорош? Он уникален тем, что, во-первых, повышает иммунитет кожи. То есть, грубо говоря, представьте себе ситуацию, у вас чувствительная кожа, иногда бывает кожа раздраженная, иногда бывает с сугрибевыми высыпаниями. В этом случае надо повышать иммунитет кожи. Гриб сангван обладает очень мощным обновляющим действием, очень мощным восстанавливающим действием. Даже в Южной Корее это средство употребляют в чай, это средство делают с ним биодобавки. А мы изобрели средство, которое входит в состав. Этот экстракт гриба сангван обладает мощным омолаживающим действием. И самое главное, еще обладает противораковым действием. Действительно, есть информация о том, что экстракты данного гриба способны влиять негативно на раковые клетки. И в связи с этим мы омолаживаем свой организм. А вы хотите омолодить себя? Вы хотите получить не только уход, но, по сути, здесь даже лечебные компоненты, если этот гриб используется также и внутрь в качестве добавок к чаю и прочему. Анна, ну что ж, такая большая баночка, у меня вопрос все-таки.
Давайте посмотрим еще раз. Давайте посмотрим на цену. Одну секундочку. 1399 рублей. Вы получаете в свой арсенал потрясающий объем. Вы посмотрите, сколько здесь миллилитров. Этого крема хватит надолго. Причем, что помните о том, что здесь используется специальный экстракт так называемого... Гриба сангван. Сангван, который произрастает только в Корее, который был любезным образом предоставлен нашими партнерами. Давайте поговорим теперь все-таки о свойствах этого крема. Поскольку очень большая крупная баночка, это только для лица или для тела тоже? Нет, обязательно мы будем использовать его и для лица, и для шеи. Угу. И давайте для посмотрим, как мы это будем делать в условиях дома, например. Ведь мы не все можем позволить себе салонные процедуры. Давайте поможем нашей Леночке нанести. Конечно, крем. Я бы попросила бы всех барышень использовать для нанесения крема обязательно шпатель. Угу. Крем будет сохраняться. Чего? Для того, чтобы не создавать неприятную микрофлору внутри банки. Угу. Крем не добавлять свои бактерии. Конечно. В баночку с кремом. Отлично. Наносится так. Небольшое количество крема, можно нанести на запястье, и после этого наносить его на кожу лица. Что немаловажно, хотелось бы сразу сказать, что крем наносится по массажным линиям. И обязательно, да, замечательно улыбайтесь. Крем наносится по массажным линиям, достаточно небольшое количество. И о чем должны помнить дамы, о том, что крем должен наноситься легкими движениями, угу. впитывающими движениями. Угу. И все компоненты крема будут замечательно впитываться. Анют, я хотела добавить, что поскольку крем обладает противовоспалительным действием, сейчас, внимание, хочу обратиться ко всем, у кого есть проблемная кожа, у кого сложности. Возможно, это высыпание или, возможно, это какие-то микротравмы кожи. Если вы замечаете, что ваша кожа шелушится, обветрилась, если у вас явные покраснения кожи, то поскольку этот крем обладает действительно таким уходовым компонентом он защищает кожу, иммуностимулирует и не дает воспалениям начинаться и продолжаться. То есть у кого угревая сыпь, у кого проблемная кожа, несмотря на возраст, этот крем можно рекомендовать всем, поскольку мощное иммуностимулирующее действие. А теперь давайте посмотрим на цену. Внимание, 1399 рублей. Вы посмотрите, здесь 100 миллилитров. Это потрясающее количество, учитывая, что обычно кремы в маленьких баночках. Минимум полгода ухода за проблемной кожей. Опять же, если у вас есть покраснение, есть угревая сыпь, есть какие-то проблемная кожа, так называемая, которая легко заветривается, если у вас легко образуется... у меня часто бывает, что кожа, если за ней долго не ухаживать, приобретает такой красноватый оттенок, розоватый, то я рекомендую, конечно же, всем использовать силу корейского гриба. Гриба, давайте посмотрим. Еще раз комментарии, Анна. Еще раз скажите нам, этот гриб, он позитивно влияет на какие проявления несовершенства кожи? Великолепно работает с чувствительной кожей, великолепно работает с возрастной кожей. Великолепное средство для профилактики угревой сыпи. Очень мощно повышает кожный иммунитет. И гриб сангван, еще раз повторюсь, качественный, активный ингредиент, который оказывает выраженное омолаживающее действие. И тем более, плюс к этому ко всему, крем содержит в своем составе аденозин, это очень мощный омолаживающий компонент, который в основном сейчас используется в люксовой косметике. Угу. Вообще, в южнокорейской косметике ингредиент очень широко распространен и оказывает выраженное лифтинговое действие, подтягивающее и, самое главное, обновляет клеточки нашей кожи. Угу. Вообще, действительно, я часто сталкивалась с восточной медициной. У меня папа по долгу службы много лет летает в Китай. Так вот, он постоянно привозит оттуда какие-то экстракты, высушенные корни, тот же гриб. И все это в виде биодобавок. То есть мы внутрь принимаем вот эти лечебные свойства, а здесь получается концентрация именно в креме активных веществ, да? То есть мы через кожу вводим их. Совершенно верно. Угу. И вот наши давайте попробуем. Модели. Слушайте, Аня, у нас же разные бывают векторы старения, да? Конечно. У кого-то сушится кожа, у кого-то теряется тургор. Вот какие проблемы у Катерины? Какие проблемы мы решаем? Катерина, ну вот я бы сказала, что у вас сухая, чувствительная кожа. Да, немножко покраснение вот, кстати, есть у Кати. Да, есть такие проблемы. Она часто шелушится, особенно от ветра и при сухой погоде. Я страдаю от стянутости. Крем этот очень
приятно ложится, ощущение очень приятное. У него очень приятный запах. Я люблю такие запахи, которые... запах, да? Этот запах именно трав. Без просто отдушек. Какой-то отдушки парфюмерный. Вот. Это действительно натуральный запах. Посмотрите, пожалуйста, на Катю. Я ее видела между эфирами. У нее действительно кожа немножечко с красноватым таким пигментом, немножко микровоспаление. Но сейчас ощущение, Катя, что на вас нанесли тональный крем. Вы видите, как быстро работает антивозрастной крем Biomax. Давайте посмотрим на цены. 1399 рублей. Вы получаете 100 мл потрясающего эффективного крема, в состав которого входит не только известный корейский гриб, но также и целый ряд других активных веществ. Какие еще у нас вещества, Ань, перечислите, конечно, напомните. Конечно же, входит гиалуроновая кислота, конечно же, входит экстракт камелии, который великолепно тонизирует кожу, который улучшает ее качество, текстуру, борется с возрастными проявлениями. Самое главное, обновляет клетки кожи и способствует дальнейшей профилактике старения, что немаловажно. Вот, кстати, в подтверждение того, что как важен многоступенчатый уход. Смотрите, Катерина с нами уже второй час на рубрике «Красота». Фото до того, как она пришла к нам на рубрику, и фото, и видео сейчас. Это не фотошоп, мы видим свежую, похорошевшую женщину. Посмотрите, как у нее напитана кожа, посмотрите, как у нее все подтянулось. Итак, известный гриб, который произрастает только в Южной Корее, который был сюда вот волшебным образом запакован наравне с другими активными компонентами, влияет на нашу кожу, добавляет на стойкости иммунитету кожи. Все-таки кожа – это в первую очередь защита нашего организма. И напомню, для тех, у кого проблемная кожа, у кого есть высыпание, кто борется с шелушением, нельзя обойтись без Biomax. Это крем на все случаи жизни. Если вы больше ничего, например, сегодня не планировали приобретать, хотя бы этот тюбик с волшебным средством, поистине чудодейственным, вы можете себе позволить 1399 рублей. Ну а чтобы быть до конца экономным, я рекомендую вам взять продукцию на сумму 2900, чтобы получить бесплатную доставку. Сегодня это эксклюзивная акция для рубрики «Красота». Набирая корейскую косметику на сумму 2900 рублей, давно такого не было, вы получаете бесплатную доставку. Ну что ж, мы разобрались с кремом, Ань, очень замечательная, думаю, что многие уже заказали. А сейчас давайте поговорим об уходе в салонах, который мы можем делать, я так понимаю, дома. Совершенно верно. Отнимайте хлеб. Хлеб у косметологов. Ну, я думаю, что многие женщины хотят сэкономить и все-таки потратить свое время на себя, не отвлекаясь на поездки, не переплачивая в салонах. Итак, ампульная маска. Есть несколько вариантов. Давайте поговорим, вы нам сейчас все расскажете. 899 рублей. По сути, в комплекте вы получаете 4 маски. Какие есть вариации? Выбираем свой комплект. Для чего у нас синий вариант? Во-первых, хочу сказать с того, что это средство, которое должна иметь каждая женщина, потому что уход должен осуществляться постоянно. Угу. Это незаменимое средство сейчас в поездках, дома. Да, я вас поняла. Вот синий вариант – это ампульная маска с гиалуроновой кислотой. Она работает очень мощно увлажняет. Очень мощно увлажняет. Увлажняет. Так, далее давайте посмотрим. У нас есть еще один комплект на выбор. Это маска с коллагеном. С коллагеном. Ее сильная сторона – это? Конечно же, она, во-первых, антивозрастное действие оказывает, очень мощное. Помимо этого, коллаген – это компонент, который держит каркас нашей кожи, который удерживает в ней структуры, мышцы нашей кожи, которые находятся, собственно говоря, у всех женщин практически возрастной категории, не в самом лучшем тонусе. Вот тем самым коллаген обладает мощным, подтягивающим, лифтинговым действием. Итак, маски с коллагеном. Теперь у нас есть еще один комплект. Это маска с витамином С. Витамин С. Еще хочется услышать информацию, чем же он так полезен для нас? Витамин С – это мощный антиоксидант. Антиоксиданты – это вещества, которые обладают мощным восстанавливающим действием, лифтингом, укрепляют наш каркас кожи, придают молодости коже. Это витамин здоровья и красоты. Без витамина С наша кожа просто не будет выглядеть так молодо, как мы бы хотели. Но получается, поскольку у нас 4 направления, 3 разных направления, мы можем эти маски менять, да? То есть сначала витамин С,
С, потом гиалуроновую кислоту, а также и маски с коллагеном. Давайте посмотрим, как правильно их наносить и как их использовать. Какой выберем сейчас? Ну, я бы посоветовала, наверное, использовать маску с витамином С. Да, давайте начнем, потому что витамин С дает максимальный результат и быстро. Если вы не ходите по какой-то причине к косметологам, не готовы тратить баснословные деньги на косметические процедуры, только сегодня эксклюзивно на телеканале Shopping Show представлен корейский бренд с его потрясающей линейкой, передовой линейкой продуктов, которые вы можете позволить себе прямо сейчас. И мы с вами раскрываем код красоты корейских женщин, и мы понимаем, что дело все в комплексном уходе. И без маски в данном деле вам не обойтись. 899 рублей вы получаете сразу 4 маски, которые вы можете использовать. Кстати, как их нужно правильно использовать? Каждый день или делать перерыв раз в неделю? Аня, подскажите. Вы знаете, я скажу так. Вообще эти маски я люблю постоянно. Конечно, бы, если была возможность лежать каждый день, я бы использовала их каждый день. Но сразу скажу всем своим клиентам, я рекомендую эти маски использовать постоянно. Для максимального увлажнения кожи, для поддержания между процедурами, дома, для себя любимой. И обязательно использовать эти маски в период солнечной активности, после пилинга, в период солнца, в период отдыха. Да, вот ты знаешь, мне очень нравится, что наша женщина с легкостью может нанести тканевую основу на лицо, разложить, да, правильно? То есть мы оставляем зону совершенно вокруг глаз, верно, свободные верно. Вокруг губ, и крылья носа закрываем, а дышим, конечно же, через нос. Друзья, если вы проводите большое количество времени, например, на даче, если у вас появляется в качестве бонуса, например, обветренная кожа, или ваша кожа шелушится, вы понимаете, что ей нужен уход, а ваш обычный крем вас не спасает, я вам открою секрет. Если честно, каждая женщина, я вообще предпочитаю делать маски так часто, как не ленюсь. Потому что, конечно же, есть такое, что лень перед сном это делать, но все-таки несколько раз в неделю, хотя бы два раза в неделю я всегда наношу маску. Потому что в течение дня кожа устает от косметики, она устает от загазованности, если вы живете в большом городе, от элементарной пыли и грязи, которые полным-полно, даже если вы проживаете в экологически чистой зоне. Нужно кожу очищать и помогать ей выглядеть красиво, подтянуто. Давайте остановим время. Давайте повернем время вспять, потому что эксклюзивная корейская косметика сегодня на телеканале Shopping Show. Воспользуйтесь своим шансом. И еще раз, у нас три вида маски. Маска с витамином С, маска с коллагеном и маска, внимание, с гиалуроновой кислотой, увлажняющий эффект. Мы просто эти маски чередуем, правильно, Аня? Да, я бы еще хотела сказать, помимо этого, в состав масок входит очень мощный обновляющий компонент и кладезь для сухой, какой? Чувствительной кожи. Это пантенол. Пантенол. Подождите, пантенол это то вещество, которое назначает при ожогах, да, при порезах. Верно. Оно заживляет. Скорая помощь. Скорая помощь. Средство. Отлично. И в каждой маске есть этот элемент. Пока. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, пока маски работают, да, дадим отдохнуть нашим моделям. А давайте посмотрим. Наши маски работают на моделях, а мы с вами смотрим на комплектацию. Итак, помните о том, что 4 маски в комплекте за 899 рублей. Маски, которые вы можете заказать сейчас, это маска с гиалуронкой, это маска с, смотрите, синий цвет, это гиалуронка. Ампульная маска с коллагеном, это цвет вот такой красивый, фиолетовый или даже пурпурный цвет, маска с коллагеном. Коллаген это основное вещество, каркас нашей с вами кожи, мы не дадим ей провиснуть. И третий вид масок какой, Ань? Я помимо этого еще бы хотела бы сказать, что опять же маска с витамином С очень мощно укрепляет сосудистую стенку. Очень много женщин жалуются на то, что хрупкие сосуды становятся с возрастом. Вот как раз маска с витамином С укрепит хрупкую кожу, чувствительную кожу, кожу с покраснениями.
Угу. Итак, мы с вами уже договорились о том, что именно комплексный уход помогает корейским и восточным женщинам выглядеть так молодо. Я вижу, что наши модели, кстати, до того, как они появились у нас, выглядели на свой возраст. А теперь вы сами видите, как день ото дня наши девочки преображаются. И не нужно им завидовать, вы тоже так же можете. Снимайте трубку. Вообще, смотрите нашу телепрограмму сразу с карандашиком, записывайте все понравившиеся лоты. Сколько мы ждем, пока маска начнет работать? Во-первых, маска начинает уже сразу действовать, потому что мощно увлажняет. Но, конечно, в замечательном, в идеальных условиях это посидеть с маской 10-15 минут. Ага. А лучше полежать для того, чтобы был более четкий лифтинг лица. Ага, то есть мы можем прилечь, отдохнуть, остановите время. Посвятите себе 15 минут. С масками на тканевой основе это сделать максимально удобно и просто. Не нужно наносить ничего на лицо. Не нужно долго смывать. Вы просто пользуетесь тканевой маской. Если вы еще не пробовали, попробуйте. Вам понравится. Итак, у вас в комплекте входит 4 процедуры, назовем это так, да? То есть мы один раз оплачиваем 899 рублей, мы получаем 4 похода к косметологу. Но, сами понимаете... Да, я бы хотела еще добавить, что помимо того, что увлажняющий эффект, вы увидите сразу эффект обновления сияния кожи. Так. Собралась, пошла в театр после маски, пошла в гости. Видимый эффект осветления кожи, видимый эффект напитанности кожи. И самое главное, кожа вокруг глаз, гусиные лапки очень хорошо увлажняются. Тем самым создает мягкий, комфортный эффект на коже. Итак, комфортный, мягкий эффект. Мы получаем увлажненную, напитанную, подтянутую лифтинг, кожу. Да. Лифтинг, друзья. Ведь очень часто овал лица плывет. Осветление пигментных пятен. Отлично. Видимый результат. И все это и действительно... успокаивающее средство СОС. Я бы хотела сказать, что эти маски не просто для лица. Шея, декольте. Если вы поехали отдыхать, море, солнце, либо что-то сгорели, сейчас солнышко очень активное жгет, в состав входит пантенол, гиалуроновая кислота. Очень мощно восстанавливает, увлажняет. Тем самым вы можете эту маску использовать и для лица, и для декольте. Сгорела спина, сгорели руки, плечи. Как средство СОС. Совершенно спокойно и фактически для любой цели. И как средство СОС для ухода за нашей кожей. Ведь согласитесь, не всегда крем дает 100% результат, который нас устраивает. Нужно ему немного помочь. А это... можно сделать только при помощи либо специальных усиленных формул, либо специально именно подобранных масок. Давайте посмотрим. Кстати, наши маски уже наверняка задействованы. Аня, давайте послушаем. Да, Катерина, давайте посмотрим, как подействовала наша маска. Но посмотрите, она же просто богиня. Посмотрите, какой изменился цвет лица, как успокоились сосуды. Катерина. Как вы считаете? Я считаю, что остатки маски обязательно, Катерина, надо вбивать. Маска содержит очень большое количество геля, поэтому ее хватает надолго. Ее хватает, если геля много, распределить его обязательно на шею, декольте. И самое главное, его хорошенечко впитать. После маски для лучшего эффекта нужно наносить косметический крем ваш любимый. Тогда результат будет более пролонгированным. Еще раз повторюсь, смывать остатки маски совершенно не надо. Очень мягко и комфортно впитывается. Но обязательно не забудьте нанести крем. Итак, друзья, вы видите, что очень просто нанести маску. Не нужно при этом обладать какими-то специальными навыками. Красота. Вы видите, что все, уже маска сама подогнана под ваше лицо. И это сделать сейчас просто как никогда. Вы одним движением, внимание... обновленная кожа, и мы видим, да, сейчас... тут весь эффект на лице, собственно говоря, сразу видим. Итак, мы видим, что сейчас Елена просто, ну, я не знаю, она куда уже моложе, но вы же видите. Елене 52 года, если кто наблюдает за нашими программами регулярно, те для себя отмечают, вот это работа, сидеть и просто пробовать тестировать на себе крема и маски. Но вы можете также 899 рублей, и вы приобретаете 4 похода к косметологу, потому что 4 маски дают вам возможность ухода за собой дома. И это эффективная корейская косметика.
Только у нас, только на телеканале Shop & Show. Ну что ж, мы выяснили, что системный уход именно способствует глобальному комплексному омоложению. И я слышала, Ань, что в большинство кремов сейчас добавляют гиалуроновую кислоту. Но что мы, что же получается, что оказывается есть чистая гиалуроновая кислота? Гиалуроновая кислота – стопроцентное качество и увлажнение кожи. Что такое вообще гиалуроновая кислота? Гиалуроновая кислота – это компонент, который входит в нашу кожу. С возрастом, со временем, после 25 лет, у кого-то раньше, у кого-то позже. К сожалению, кожа теряет свои свойства. Гиалуроновая кислота в коже удерживает влагу. То есть вы представляете, под солнцем, да, кожа теряет влагу. В помещениях мы работаем в офисе, мы работаем на участках, кожа теряет влагу. Гиалуроновая кислота, которую мы предлагаем фирме Ipkin, обладает очень мощным действием увлажнения на коже. То есть, грубо говоря, представьте себе вот матрас, каркас. Это наша кожа. В ней есть пружинки, в ней есть наполнитель. Вот суть наполнителя в нашей коже является это гиалуроновая кислота. Если со временем наполнитель меняется, то весь наш матрас, собственно говоря, проседает каркас. И тем самым улучшить состояние кожи нужно средства, те, которые входят в нашу кожу. Вот то есть это родственное вещество нашей кожи. Смотрите, оно какой родное. Дозатор. Оно истинно родное, это вещество. Смотрите, какой дозатор. Да я так понимаю, что одной капельки, да, судя по тому, как сделан этот флакон, достаточно. О, как она мощно распределяется. Очень пластичное вещество. Вообще, я думаю, что это средство будет хорошо работать на уже подувядшей коже. Например, под солнцем вы видите сильные изменения. Вы хотите срочно реанимировать свою кожу. Реанимировать свою кожу. Посмотрите на цену, пожалуйста. Да, цена не одна. Я бы сказала, что это средство волшебство. Почему? Потому что люди активно ходят на косметические процедуры, вводят гиалуроновую кислоту в кожу, а мы осуществляем непосредственно доставку этого средства с помощью сыворотки. Я хочу обратить внимание на то, что сыворотка, безусловно, стоит дороже, чем крем, потому что здесь максимальная концентрация активных веществ, в данном случае это гиалуроновая кислота, которая в минимизированном количестве добавляется в кремы, но вы можете себе домой приобрести вот такую целую ампулу, да, здесь сколько миллилитров, это потрясающий объем, 20 миллилитров, и потихонечку вам на год, на полтора хватит по одной капельке. Я бы еще хотела добавить, что это средство усиливает действие косметического крема. Так, или любого, да? Любого косметического крема, совершенно верно. Использовать его великолепно и замечательно нужно, во-первых, практически в любое время года для поддержания. В принципе, конкретного использования можно ежедневно, утром, вечером, под крем. Единственное, что обязательным условием сверху наносится крем, увлажняющий, омолаживающий. То есть вот мы запечатываем активный компонент гиалуроновую кислоту, сверху наносим увлажняющий крем. Но поверьте, что с этим бутылечком ваш крем будет работать в разы, получается, что эффективнее, правда? Конечно, гиалуроновая кислота, она усиливает действие других косметических средств. Еще раз повторю, Катерина, скажите, пожалуйста, а что вы вообще ощущаете? Вот мы наносим, вообще сразу, видимо, эффект ожидается от гиалуроновой кислоты. Я вот, к сожалению, в зеркало не вижу, но я чувствую, как разглаживаются кожа, мелкие морщинки. Вообще, это очень легкая консистенция, и она не утяжеляет кожу, легко впитывается. И ощущение жирности нет, что самое часто бывает, возникает ощущение при использовании и нет ощущения липкости, да? Нет, очень... ощущения липкости нет. Посмотрите, никакого. Смотрите, сияние. То есть... прелесть гиалуроновой кислоты, она дает сияние коже. Обратите внимание, дамы. Сияет, кожа сияет красотой и здоровьем. Да, я просто хотела сказать, что многие дорогие кремы европейских марок, часто они страдают тем, что ощущение липкости оставляют. Липкости. В этих корейской косметике. И именно для меня сейчас это средство очень важно. Я хотела бы сказать еще, барышни, что после 25 лет любая кожа начинает стареть. Ее нужно обязательно поддерживать. Морщинки в уголках глаз, кисетные морщины, шея. Посмотрите, вы должны ухаживать обязательно. Увлажняющие компоненты, которые приносит гиалуроновая кислота в коже, незаменимы ни с чем. Одна молекула гиалуроновой кислоты тянет на себя 500. То есть это мощное 500 средство. 500 молекул воды. Да, поэтому такое маленькое количество нужно для кожи, для того, чтобы ее увлажнить, Я тоже хочу сказать, что европейские марки кремов добавляют пару капель в свою косметику гиалуроновой кислоты. И стоит такая баночка, ну, от 15 тысяч рублей. Но
мы с вами понимаем, что вы сейчас можете заказать целый бутылек чистейшей 100% гиалуроновой кислоты, и вы можете ей пользоваться больше года для того, чтобы совмещать, например, с кремом, который у вас уже есть. И, кстати, действительно, я фиксирую, что она полностью впиталась. Да, я просто хочу еще невероятно. Добавить. Я хочу еще добавить, еще раз, дорогие дамы, обратите внимание, гиалуроновая кислота – это родственный компонент в нашей коже. Угу. С возрастом наша кожа ее теряет под действием солнца, под действием негативных факторов окружающей среды. Восполнять ее приходится только за счет средств, которые мы наносим на кожу непосредственно. То есть поэтому... из пищи, например, мы никак не можем добавить? Ну, из пищи мы можем получить гиалуроновую кислоту, но непосредственно работать, которая будет с кожей, в коже, она должна быть нанесена на кожу. Смотрите, выбор за вами. Либо вы идете к косметологу или к хирургу и делаете инъекции гиалуроновой кислоты и платите за это баснословные деньги и тратите на это свое здоровье, либо вы просто ухаживаете ежедневно, добавляя гиалуроновую кислоту на постоянной основе к своей коже и получая вот такой потрясающий эффект. Ведь нашей Елене за 50. Ну, кто бы мог подумать? Итак, сегодня вас ожидает бесплатная доставка при заказе на сумму от 2900 рублей. А сделать это очень просто. Здесь просто глаза разбегаются. Корейский бренд предоставил нам сегодня очень широкую палитру по уходу за собой, омоложение. И хочется, конечно же, просто надеяться, что все успеют заказать свой заветный бутылек с гиалуроновой кислотой. 2999 рублей. Но это 100% активное вещество, которое добавляет по капельке в дорогие кремы. Вы сможете делать это сами при помощи эксклюзивного продукта. Гиалуроновая кислота Ипкин Нью-Йорк, 2999 рублей. Есть что добавить? Да, конечно, бы хотелось бы сказать, что это средство независимо от возраста. Оказывает в каждом возрасте определенные компоненты и структуры. Угу. Гиалуроновая кислота очень важна для женщин после 45 лет. Угу. Обязательно, потому что она будет оказывать и лифтинг воздействие, и восстановление, и будет способствовать профилактике дальнейшего увядания кожи. Поэтому это средство необходимо иметь, я вообще считаю, каждому. Ну, моя кожа тоже всегда периодически кушает гиалуроновую кислоту. Я поняла вас, вы ее радуете, да? Да. Вот этой вот потрясающим десертом для кожи. Напитывайте свою кожу. 2999 рублей. Самое главное, что вы не найдете такого же продукта ни на одной полке, ни в одном магазине. Поэтому у вас есть сейчас эксклюзивная возможность заказать этот заветный бутылек. Полностью 100% гиалуроновая кислота для себя. Можно это сделать только сейчас, в прямом эфире. Пока есть такая возможность, не упускайте ее. Ну, а мы продолжаем. Ну что ж, мы поговорили с вами о лице, о коже уже в полной мере, но есть еще один нюанс, который выдает возраст, это, конечно, состояние волос. Потому что с возрастом волосы, во-первых, редеют, во-вторых, они становятся более ломкими и не блестящими. Мы рады представить вам линейку по уходу за волосами. Итак, энергетический шампунь вашему вниманию 1099 рублей. Аня, расскажите, почему так называется именно энергетический? Энергетический, как он поможет сохранить шевелюру? Я бы сразу хотела бы сказать, что мое знакомство с брендом, с этой косметикой именно началось с шампуней и кондиционера. Mm-hmm. До этого я то, чем я пользовалась, оказалось совершенно не то, ожидаемый эффект был не тот. Скажу вам сразу, необычная консистенция, цвет достаточно интересный. Угу. Цвет шампуня обладает ярким цветом, достаточно светло-коричневым. Давайте посмотрим. Это и прям интересно. Но вот, самое главное, что это средство не красит волосы блондинок, о чем очень много переживают наши барышни. Если я пользуюсь ежедневно, практически через день этим средством, и мои волосы от этого совершенно не становятся желто-соломенного цвета. А почему такой необычный цвет? В состав входит очень много растительных экстрактов, они активные. В состав входит экстракт байкальского шлемника, аира тростникового, который очень хорошо способствует сохранению цвета. Пахнет. Вы слышите аромат? Да, потрясающий аромат. И аромат сохраняется достаточно долго, как от хорошей парфюмерии на волосах. Но самое главное, при всех своих великолепных качествах натуральные экстракты растений обладают очень мощным стимулирующим действием и обновляющим для волос. Здесь столько кладезь растительных экстрактов, поэтому он называется энергетический. Мгновенный. А я вот ощущаю, даже у меня на коже такой легкий отхолаживающий эффект. Совершенно верно. Очень, кстати, приятно. Очень важно. Зачем?
Поэтому очень важно, объясню, в составе входит мята перечная, она обладает очень хорошим освежающим действием. И этот шампунь подходит как и для мужчин, так и для женщин. Но особенно это средство будет работать на чувствительной коже головы. Очень много барышень и мужчин жалуются на то, что средство очень сильно сушит кожу головы. Кожа головы чувствительная, склонна к раздражениям, перхоть, зуд. Вот успокаивающий этот шампунь мощно устанавливает. Да, смотрите, вспенивается легко, я даже сюда не добавляла воду. И давайте посмотрим сейчас на практике, как все-таки этот шампунь работает. Да, у него очень привлекательные свойства. Самое главное, это профилактика выпадения. Итак, смотрите, когда вы попадаете, допустим, в такую ситуацию, расчесываетесь и понимаете, что волосы остались на расческе, вам становится не по себе, неважно, сколько вам при этом лет. И мужчины, и женщины подвержены этой проблеме. Давайте решим ее раз и навсегда. За что именно какие компоненты влияют на то, что мы получаем защиту от выпадения волос, Ань? Во-первых, в состав входят очень мощные компоненты: артемизия, экстракт центеллы азиатский, который укрепляет корни головы, который способствует удержанию волосяной луковицы. К сожалению, с возрастом кожа головы теряет волосы. Итак, если вы хотите, чтобы ваша шевелюра была густой и блестящие, если вы уже замучились подбирать правильно краску, менять своего парикмахера, не можете подобрать никак себе стрижку, потому что объема нет и нет. Смотрите, вот при помощи употребления шампуня... А какая хорошая шелковистая пена, аромат потрясающий, просто уникальное средство. Самое главное, очень хорошо промывает волосы, даже самую жирную кожу головы, жирную сибарею, великолепно работает. И самое главное, снимает, опять же, кожное сало, неприятные запахи. Все мы бываем, опять же... А для каких, какого все-таки вида волос, вида кожи? Для жирной кожи головы, для сухой кожи головы? Я скажу так, сухую кожу головы этот шампунь будет стимулировать к обновлению. Жирную кожу головы компоненты будут способствовать уменьшению кожного сала. Тем самым состав будет активно работать, снимать и проявление зуда, и проявление перхоти. Но самое главное – эффект. Если вы попробуете этот шампунь, уверяю вас, я 9 лет пользуюсь только этими средствами. Да? Ну что ж, я, глядя на Аню, понимаю, что... Смотрите, Аня блондинка, она постоянно красит волосы. И я вижу, что волосы у вас, Ань, в прекрасном состоянии. Честно, завидую. Не жалуюсь. Прям вот завидую. Я понимаю, 9 лет пользования продуктом корейского производства. Смотрите, какая у Ани шевелюра. Вы видите? Вот потрясающе. При том, что это блондирование, то есть постоянное обесцвечивание волос. И все многие женщины, блондинки, которые любят этот цвет, страдают от сухости. Но нет, брюнеткам не тоже не помешает вообще. Блеск. Вообще не окрашивается тон цвета, натуральный, комфортный. То есть блондинки совершенно можете не переживать, что ваши волосы окрасятся от наших растительных компонентов. Окей, мы использовали шампунь, а сейчас мы что-то добавляем. Анечка, расскажи. Это энергетический... бальзам. Это энергетический бальзам. Да, он тоже такого приятного кремового цвета. Великолепнейший аромат и текстура, но самое главное достоинство этого бальзама, если вы попробуете его хоть раз, вы сталкивались наверняка с проблемой, когда после мытья шампунем кожа становится, волосы не шелковые. Посмотрите, я только наношу. Это средство даже самые сухие волосы обновит уже. Не прошло еще минуты. Посмотрите, как прекрасно. Итак, действительно, вы видите, что волосы скользят. Вы видите, что волосы не цепляются и не путаются. Это именно тот эффект, которого мы хотели. Но мы бы еще хотели, чтобы был блеск. 1699 рублей. Но я уже вижу, сколько блеска. Вы посмотрите. Это невероятно. Это действительно... Так, давайте посмотрим, что же, какая основная гордость восточных женщин, конечно же, волосы. Давайте посмотрим на результаты. Утолщенная волос сам по себе. Потрясающе приглаженные чешуйки. Мы видим 1699 рублей и эффект невероятного объема. Эффект красоты. Эффект молодости, ведь не только лицо нуждается в поддержке и в постоянном подпитке, но также и шевелюра. Давайте посмотрим, что же у нас в итоге получилось.
Обратите внимание, волосы шелковые, просто шелковые. Я бы хотела вам просто показать для демонстрации прядь, насколько легко. Вот эта сложная расческа, достаточно жесткая. И люди, которые укладываются, знают, что на нее очень сложно уложить волосы. Здесь вообще без проблем. Любую прядочку мы подхватываем, любой локон мы будем сушить, и у нас волосы будут великолепные. Даже мокрые волосы, которые очень сложно сушатся, при этом мы работаем и великолепно и высушиваем, давайте, и обновляем. Пока мы немножечко подсушим волосы, чтобы показать вам мегаэффект, я хочу обратиться к вам, дорогие телезрители, что приобретая сегодня не только энергетический кондиционер, но, безусловно, также и шампунь, вы получаете гарантированно густую эффектную шевелюру. Это шампунь и кондиционер не только для женщин, но также и для мужчин. Давайте посмотрим, какой блеск, посмотрим, как легко прочесываются пряди. Вообще великолепно прокручиваются. Вы видите, я даже не напрягаю руку, чтобы прочесать прядь. Скользит, да, мы видим, что здесь действительно эффект. Посмотрите блеск. Итак, 1699 рублей – это второй этап ухода за вашими волосами, сам, который называется кондиционер. Сегодня эксклюзивно на телеканале Shopping Show, приобретая косметику корейского качества, вы действительно гарантированно молодеете и выглядите ухоженно, потому что корейские женщины до седин буквально выглядят как девочки. Посмотрите, сейчас у нас высушивается прядь. Мы видим шелковистый эффект. Текстура, да? Структура, конечно, обратите внимание. Вообще никакой сложности с укладкой у вас точно не возникнет. Даже мокрые волосы великолепно будут укладываться в прическу. Посмотрите, и прикорневой объем создается, и шелковистый. А вот прикорневой объем, это, кстати, проблема для многих женщин. Многие делают химию в связи с этим. Так вот, чтобы не пережигать свои волосы, да? Да, объем достигается при помощи шампуня. Итак, 1699 рублей. Это энергетический кондиционер, и не забываем о шампуне. Ну что ж, продолжить нашу программу хочется действительно стоящим лотом. Встречайте, это потрясающий крем. Это понимаете, что-то, что раньше еще не было презентовано. Я знаю, потому что у меня папа очень часто ездит в Китай, и я знакома со средствами подобного типа. Но хочу, чтобы Анечка рассказала нам более подробно, что же все-таки за вещество активного типа содержится в данном креме. Я скажу так, что это один из кремов моих фаворитов. И в работе, и в домашнем уходе для моих клиентов в салонах красоты. В состав входят такие интересные ингредиенты, которые для нашего рынка уникальны. Я бы даже сказала, так, это экстракт слизи улитки. Подождите, подождите. Да. Отсюда поподробнее. Экстракт слизи улитки, крем регенерирующий, 2699 рублей. Многие телезрители видели улиток у себя на садовом участке. И не имеют понятия, почему экстракт слизи улитки помогает нашей коже. А вот вы наверняка вспоминали такую ситуацию, когда улитка ползет, за ней образуется слизистый след. Помимо слизистого следа улитка ползет по песку, но при этом она не царапает себе брюшко. Вот это интересное качество на фабриках женщины, которые на фабриках работающие женщины, где разводят улитках, обнаружили. Руки, которыми они обрабатывают улитках, обладают очень мощным осветленным действием. Самое главное, на них нет царапин. И самое главное, обновляющий, мощно омолаживающий эффект. То есть было случайно открыто вот это действие слизи улиток, которое действительно регенерирует вашу кожу, восстанавливает. Ты знаешь, я вообще слышала, что слизи улиток используют даже для заживления, восстановления шрамов. Совершенно верно. Это тоже средство СОС активное, но самое главное, я хочу сказать, оно обладает, это средство, очень мощным действием, осветляет возрастные пигментные пятна. О, борется с акне, комбинированная кожа, жирная кожа, в том числе сало, активно отделяющиеся пигментные пятна, пятнышки, остающиеся после элементов акне. Женщины наносят это средство не только на лицо, но и на руки. На руках очень часто образуются пигментные пятна. Смотрите разницу, да, вот у меня рука, где я ничего не наносила, посмотрите, какой осветленный эффект, вы видите? Смотрите, как легко можно
можно добиться, вот эта ручка у меня покрыта кремом осветляющим, а здесь вы видите, что есть элементы более темных участков кожи. Итак, осветлить свою кожу, убрать пигментные пятна, побороться увлажнить. С акне. В состав входит еще и гиалуроновая кислота, очень мощно обновляющий комплекс аденозин, который работает с мощной профилактикой, восстановлением. Давайте посмотрим на практике. Сегодня у нас час, посвященный практике нанесения кремов. Мы смотрим, как это все работает. Мы с вами действительно не остаемся безучастными, потому что час корейского бренда на телеканале Shopping Show. Эксклюзивная косметика только для вас. Только сейчас у вас есть возможность позвонить и сделать свой заказ. 2699 рублей за живительный экстракт слизи улитки. Давайте посмотрим на результаты. Я бы еще хотела бы сказать, это очень мощное средство. Оно содержит эпидермальный фактор роста. Расшифруйте, это восстанавливающее средство. Это средство, которое мощно восстанавливает клеточную мембрану. То есть, по сути, запускает механизмы обновления клетки, процесса старения, отодвигает вспять, восстанавливает ее. Но самое главное еще хотелось бы сказать, аденозин. Это средство, которое входит в премиальный сегмент косметического рынка. Это средство очень мощное, доказанное, эффективно восстанавливает. Гиалуроновая кислота, ниацинамид обладают осветляющим действием. Если вы обратите внимание, барышни после 45 лет страдают пигментацией. Вот эти все средства борются с пигментацией, оказывают и осветляющее действие, и обновляющее. То есть вы получаете многофункциональное средство, которое можно использовать и утром, и вечером на очищенную кожу. Еще бы хотелось бы сказать про текстуру, структуру и запах. Послушайте, как вы отмечаете это средство? Запах очень приятный. Я чувствую, что очень быстро впитывается крем. Совершенно верно. Текстура просто шелковая. Вы никогда не увидите на этом средстве жирного блеска. После этого совершенно спокойно можете наносить декоративную косметику. Самое главное – небольшой расход. Этой маленькой баночки хватает на долгое-долгое время. У Лены действительно, посмотрите, была кожа. Вы видим, и пигментные пятна у нее. Свои есть нюансы. Жирный блеск, опять же, не самое приятное, что нас радует в зеркале. И давайте посмотрим сейчас на шелковистую текстуру. Вот вы правильно, Аня, заметили, что бархатистая кожа. Совершенно верно. Ощущение бархата, комфорта, сияния. Женщина видит сразу результат. Здесь такие мощные ингредиенты, которые обновляют и омолаживают, что не заметить действие крема просто невозможно. То есть это не... Даже если у вас не стопроцентное зрение, не заметить разницы невозможно. Это потрясающий час корейского бренда. Представлены у нас сегодня разноплановые средства по уходу. И прямо сейчас крем с экстрактом слизи улитки. Если вы еще не пробовали ничего подобного, сделайте это сию секунду, потому что это единственный возможный шанс для вас заказать этот потрясающий крем, который вы не встретите на полках вашего магазина, только если не закажете его кому-то, кто едет в Корею. А такое, согласитесь, бывает нечасто. Итак, комплект. Комплект за 2699 рублей. Это крем с экстрактом слизи улитки плюс маска для особого тщательного ухода. Если вам нужно, например, отправиться на свадьбу, покорить всех своей молодостью, красотой, сделайте маску и пользуйтесь кремом с накопительным эффектом. 1000 рублей ваша скидка, не забываем об этом. И набирая товаров на сумму 2900, вы получаете сегодня бесплатную доставку. Ну что ж, я сказала, что на сегодня разноплановые средства по уходу. Совершенно верно. Да, поговорили о коже лица, поговорили о волосах, а теперь внимание. Давайте поговорим о белоснежной улыбке. Неважно, сколько вам лет, по улыбке встречают. Ухоженные зубы – это гарантия того, что вы выглядите дорого, респектабельно, стильно. Давайте поговорим, как меньше посещать стоматолога. 799 рублей, зубная щетка, есть комплект, да? Зубная щетка и паста. Ну что ж, Ань, жду от вас комментариев, почему эта зубная щетка вот как-то выделена в отдельный лот. Я бы хотела сказать сразу, что эта зубная щетка уникальна. Если наши телезрители пользовались множеством зубных щеток и у них есть проблемы с деснами, они прекрасно знают, что очень жесткие зубные щетки повреждают десневой край зуба. Может появиться кровоточивость. Совершенно верно. Парадонтоз, кровоточивость десен.
неправильное, нефункциональное использование зубной щетки еще усугубляет эти проблемы. Угу. Наше средство содержит в своем составе ионы серебра. Угу. Серебро уже давным-давно издревле славится своими антибактериальными, противовоспалительными свойствами, восстанавливающими. Но самое главное уникальное средство в этой щетинке – это щетинки. Угу. Если вы посмотрите внимательно, то щетинка настолько мягчайшая, настолько комфортная, настолько... приятная? Давайте посмотрим разницу. Конечно. У меня есть обычная зубная щетка, кстати, давайте я сравним. Пользуюсь именно такой. И интересно посмотреть сравнение. Напомним, что в щетке содержатся ионы серебра. Мы видим сейчас... О, посмотрите, пожалуйста. Конечно. Давайте даже не сравнить. Не двигаем, держим. Сейчас мы максимально приблизимся, и наши телезрители тоже смогут оценить разницу. Внимание! Внимание, посмотрите на мягкость щетинок. Если честно, я уже крошечные давно... вершинки, угу. Тонюсенькие, они совершенно не травмируют десневой край. Угу. Это средство великолепно подходит для тех людей, у кого чувствительный и воспалительный десневой слушайте, край. Слушайте, а ведь действительно разница ощутима. Вот это конечно. Как-то дубовое. Но самое интересное, угу. Помимо профилактики десен, помимо профилактики заболеваний полости рта, пародонтоза, мы еще ухаживаем за языком. Так, мы можем еще счищать налет совершенно при помощи этих мягких щетинок. Если честно, я уже давно пользуюсь детской зубной щеткой, потому что она более мягкая. Но теперь я понимаю, что есть и взрослый вариант. Это корейское производство. Зубная щетка и зубная паста. Зубная паста с экстрактом бамбуковой соли. Угу. Это средство, которое содержит бамбуковую соль. Соль закаливается в бамбуковых бочках. И соль оказывает очень мощные противовоспалительные действия. Уменьшает кровоточивость десен. Самое главное здесь, посмотрите, какая огромная упаковка. Но не каждая зубная паста может похвастаться. Я напомню, объемом. Что у нас и зубная щетка, и зубная паста за 799 рублей. Друзья, если вы давно пьете, полоскаете и пользуетесь специальной зубной пастой от пародонтоза, пародонтита на основе, например, коры дуба, попробуйте новое средство. Попробуйте ионы серебра, которые работают на вас. С вами были «Час красоты» Надежда Исайкина и Аня. Оставайтесь с нами.